Ну, я не знаю, строительная пила. Фирма, этот, как его, Корвет, Энкор. Мы не любим слово «подопечные», мы не любим слово «клиенты» и так далее и тому подобное. Для меня они обычные работники. То, что происходит здесь, гораздо разумнее и правильнее, чем некоторая такая отстраненная реабилитация или там полезная дневная занятость. Более половины содержания мастерской эти люди зарабатывают своими руками. Свои зарплаты они зарабатывают своими руками. И это, скажем так, большой плюс. Спасибо. Варвара живет дома. Ну, вот сейчас достаточно много времени проводит на тренировочной квартире. Мы очень сильно надеемся, что эти проекты тоже найдут какое-то продолжение. И будет возможность у людей жить самостоятельно, ходить на работу самостоятельно. И это, ну, такой вот действительно кусок нормальной взрослой жизни. В отеле я работаю, в Андрея Ковча. Домики шлифовал и кругляшки шлифовал. Но это дело, евреи дело. Было задание нарисовать. Нет у меня друзей. А когда ты последний раз смеялся? Я не помню. Это я сделал, смотри. Сам сделал медаль такую. Вот. Я сделал. Ноутбук будет у меня по-любому. Все у меня будет здесь нормально. Здесь будет кухня. Пока что. Здесь будет кухня на самом деле. Ковер хочу себе хороший купить. В Ашане. Мой дом, моя крепость. Если мы говорим о том, что люди имеют право на достойную жизнь с особенностями, то это совершенно невозможно сделать без того, чтобы они работали. Мы пытаемся изменить отношение к себе как к инвалиду, отношение к своему ребенку как к человеку, который никогда ничего не сможет, никогда не будет жить самостоятельно и так далее. И, ну, если нам это удается, то мы очень счастливы.